Несмотря на то, что экономика скатывается в рецессию, минимальная месячная заработная плата в следующем году снова должна вырасти, причем значительно. Трехсторонний совет как никогда быстро и практически без споров согласился с тем, что минималка должна вырасти на 10% и в итоге составить более 700 евро на руки. Горничная и ресторанная индустрия выступила главным критиком этого решения. Там утверждают, что в условиях рецессии у них просто может не хватить денег на такое повышение. Ну а некоторые экономисты и вовсе предупреждают, что в случае, если минималка будет расти, самые низкооплачиваемые работники могут вообще остаться без работы. После серьезного спора между бизнесом и профсоюзами минимальная заработная плата в январе этого года выросла на 83 евро или на 14%, что является одним из самых больших скачков за последнее время. Кроме того, трехсторонний совет начал обсуждение уровня заработной платы на следующий год раньше, чем когда-либо, и даже смог прийти к решению за одно заседание. 1 января минималка вырастет еще на 10% и составит 709 евро на руки. Министр социального обеспечения и труда подчеркивает, люди, зарабатывающие в Литве минимальную зарплату, наконец-то вырвутся за пределы уровня теоретической бедности. Если в 2023 году прогнозировалось, что порог риска бедности будет всего 1-2 евро ниже минимальной зарплаты, то в 2023 году порог риска бедности составит 674 евро, а минималка 709 евро на руки, утверждает министр Моника Новицкене. Отели и рестораны наиболее скептически относятся к повышению минимальной заработной платы. При этом последние даже в условиях высокой инфляции привлекают в этом году на 10% больше клиентов, чем в прошлом. К слову, общепиты значительно подняли свои ценники, при этом живут в условиях льготного налогообложения. Конфедерация бизнеса на этот раз не рисует из-за повышения минималки апокалиптических сценариев. Однако это при условии, что правительство не будет повышать для бизнеса налоги. При этом такой план есть в проекте налоговой реформы. Хотя до его утверждения еще далеко. Наряду с минимальной заработной платой правительство также готово увеличить необлагаемый налогом доход на 20%. Но окончательное решение осенью при утверждении бюджета примет Сейм. Также впереди ожесточенные споры по поводу льгот по налогу на добавленную стоимость для сектора общественного питания. Ассоциация гостиниц и ресторанов будет просить продлить 9% скидку еще на год, а возможно и на неопределенный срок. Но поскольку правительство уже заявило о своем намерении повысить минимальную заработную плату на 10% в следующем году, работодатели опасаются, что высокооплачиваемые работники тоже начнут требовать аналогичного или даже большего повышения заработной платы. По прогнозам экономистов, средняя зарплата в стране, которая в конце прошлого года на бумаге достигла 1900 евро, в этом году вырастет еще на 10%. А это значит, что работники будут получать на 200 евро больше, и средняя зарплата достигнет примерно 1300 евро на руки. Министр финансов Гинтарес Кейсте взяла курс на изменение налоговой реформы и теперь обещает жителям немецкое процветание. После волны критики за свои планы по повышению налогов для самозанятых, министр немного отступил и обещает не повышать налоги для тех, кто зарабатывает до 15 тысяч евро в год. А таких большинство. Получив многочисленные жалобы на налоговую реформу, министр финансов Гинтарес Кейсте изменила проект. Он включает поправки для самозанятых. Министр утверждает, что идет на уступки и обещает, что только 15% вместо 20% самозанятых, то есть тех, кто зарабатывает более 15 тысяч евро в год, должны будут платить повышенные налоги. В первоначальном проекте порог составлял 10 тысяч евро. Министр также предлагает работникам конфетку, подготовив кнут для индивидуальщиков. 800 тысяч работников, получающих зарплату ниже среднего, в следующем году должны получить на руки на 76 евро больше, поскольку правительство готовится повысить уровень необлагаемого налогом дохода и минимальную зарплату. Предприниматели называют изменения министра косметическими и продолжают настаивать на том, что реформу следует отложить до более легких времен. Профсоюзы более позитивно оценивают реформу, а также поддерживают увеличение налогов на самозанятость, чтобы приблизить их к тем, которые платят наемные работники. Они также довольны повышением минимальной зарплаты. Налоговая реформа грозит не только повышением налогов для самозанятых, но и введением общего налога на недвижимость, повышением налогов для домовладельцев и фермеров.
Тем временем Сейм принял зеленый пакет акцизов на топливо. Акциз на дизельное топливо будет постепенно сближаться с акцизом на бензин, что, как надеется правительство, побудит людей выбирать менее загрязняющие окружающую среду виды топлива. Новые налоги возмущают автомобилистов, а предприятия предупреждают, что они приведут к росту инфляции, а не качества воздуха. Дизельное топливо подорожает в следующем году. Во всем виноваты водители, которые загрязняют воздух твердыми частицами. Так думает правительство, поэтому решило повысить акцизы на топливо. С нового года литр дизельного топлива подорожает на 7 центов, а через год акциз вырастет еще на 4 цента и станет выше, чем на бензин. И это еще не все. В 2025 году литр дизельного топлива станет еще на 3 цента дороже благодаря новому налогу на выбросы углекислого газа, который будет расти каждый год, пока не достигнет 16 центов за литр в 2030 году. Бензин также будет облагаться более высокими налогами. С 2025 года у него будет введен дополнительный налог на выбросы углекислого газа в размере почти 3 центов за литр, который за 5 лет вырастет до 15 центов. Повышая налоги на топливо, премьер-министр Ингрида Шимонита надеется сделать воздух в Литве чище и побудить водителей ездить меньше или выбирать менее загрязняющие автомобили. Зеленые налоги распространяются не только на топливо, но и на другие виды ископаемого топлива – уголь, кокс, бурый уголь, торфяные брикеты, печное топливо и природный газ. Также будут облагаться углеродным налогом в размере до 20 центов за килограмм или литр топлива. Налог на выбросы углерода также приведет к удорожанию для водителей, использующих сжиженный газ. Совет по обороне государства официально согласился создать дивизию в вооруженных силах Литвы. Самым крупным подразделением в нашей армии сейчас является бригада, около 5000 солдат. Дивизия будет состоять из 3 бригад, а это 17-18 тысяч солдат. Значит, нужно не только больше солдат, но и больше казарм и тренировочных полигонов. Придется закупать не только обмундирование, обувь и продовольствие, но и новое оружие. В дивизию также должны быть поставлены танки. Пока нет информации о том, сколько будет стоить дивизия, но, скорее всего, речь идет о миллиардах евро. Сама дивизия должна быть введена в строй к 2030 году. В Каунасе и его окрестностях из-за вспышки легионеллеза быстро заполняются больничные палаты. Число людей, которые, вероятно, заразились смертельно опасным заболеванием в собственных ваннах, уже под 20. Сообщается о 5 скончавшихся, а еще несколько находятся в тяжелом состоянии и сейчас борются за жизнь в реанимации. Рост случаев сексуального насилия против несовершеннолетних и детской наркомании, которая все чаще приводит к госпитализации, заставила бить в колокола и чиновников. Обсудив эти проблемы, 4 министерства и полиция решили, что лучший выход – не утаивать шило в мешке. Якобы сейчас школы больше заботятся о своей репутации, поэтому пытаются утаить всевозможные нарушения в своих классах. Не замалчивать проблемы чиновники призывают и родителей. Однако последние властей винят в бездействии, а также призывают не стремиться декриминализировать наркотики в Литве. После возмущения по поводу того, что саммит НАТО в Вильнюсе в июле обойдется налогоплательщикам в 17 миллионов евро, стало известно, что Литва ради почетных гостей также потратит еще пару миллионов евро на аренду автомобилей. 500 автомобилей класса люкс обойдутся Министерству иностранных дел в 6,5 миллионов евро. В среднем аренда одного автомобиля на несколько дней – 13 тысяч евро. Независимые эксперты называют такую сумму аренды за несколько дней космической. Сейм принял окончательное решение. Банкам временно придется платить так называемый взнос солидарности. Хотя оппозиция громко призывала из собранных средств помогать жителям выплачивать проценты по ипотеке, правящие с легкостью добились своего. 400 миллионов евро пойдут на нужды армии. Между тем, банковская ассоциация считает, что новый закон противоречит Конституции и призывает президента Науседу наложить на него вето. Скандал с растратой муниципальных денег затронул и правительство. Действующий министр образования Юргита Щукшдиненя до вступления в эту должность трудилась в горсовете Каунаса и, возможно, присвоила там 14 тысяч евро. Деньги выделяются на деятельность каждого члена горсовета, но отчитываться в Каунасе о них было не нужно. Министр отрицает злоупотребление, но никакие чеки предоставить не смогла.
Парламент Литвы принял поправки к Кодексу административных правонарушений и ввел ответственность за незаконную перевозку и распитие алкоголя в автомобиле. В соответствии с принятыми поправками, с 1 июня распитие, хранение и перевозка алкоголя, открытой тары в салоне автомобиля, если нет стационарной стенки между водителем и пассажирами, грозит штраф в размере 40-100 евро. За повторное нарушение штраф в размере 100-140 евро. Вильнюсское самоуправление сообщило, что во время подготовительных работ к концерту группы «Рамштайн» в парке Винкис будет ограничено движение пешеходов и всех транспортных средств. Движение прохожих будет запрещено до 24 мая. Сеть автозаправочных станций Circle K Литва ведет новый метод оплаты – Pay by Plate. Новая система будет фиксировать номер автомобиля, подъезжающего к заправочной станции, и производить оплату на месте, без каких-либо дополнительных действий. Автомобильный номер через специальную программу будет связан с банковским счетом клиента. Парламентский комитет по праву и правопорядку планирует точно определить мощность электросамокатов для использования в городе и центре города, допустимую скорость, где на нем можно ездить, по какой части дороги или тротуара. Также предлагают ограничить возраст водителей, ввести ограничения нагрузки, если водитель самоката едет с пассажиром, будет установлено обязательное использование шлемов и ограничен возраст. В столице уже есть 35 уличных классов нетрадиционных пространств для проведения уроков под открытым небом. В ближайшее время такие уличные классы появятся еще в 36 столичных школах. Заявки на участие в конкурсе подали 52 школы, финансирование получат 36 общеобразовательных учреждений. За полученные деньги школы смогут установить скамейки и легко возводимую беседку. Уличные классы могут быть открытыми или закрытыми, они должны быть защищены от непогоды, иметь систему вентиляции и отопления. Образовательные учреждения смогут использовать эти открытые классы в течение всего года. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник в ходе визита в Киев раскрыла содержание нового 11-го пакета санкций ЕС против России, связанных с продолжающимся российским военным вторжением в Украину. По словам фон дер Ляйен, новый пакет состоит из трех элементов. Среди прочего, предполагается расширить список запрещенных товаров, которые через третьи страны попадают в Россию. Кроме того, ЕС планирует создать новые инструменты, которые помешают обходу санкций третьими странами. G7 обсуждает, каким образом можно направить Украине замороженные активы РФ, сообщила в пятницу The Japan Times со ссылкой на неназванный источник. Группа 7 обсуждает способы передать Украине блокированные российские активы, причем юридические тонкости и ограничения, действующие в странах G7, затрудняют процесс передачи, заявил в пятницу источник, знакомый ходом дискуссии, отмечает издание. При этом в G7 шла речь о том, чтобы изъять прибыль, которую можно извлечь с конфискованных активов с целью обойти юридические барьеры. На Западе заморожены десятки миллиардов российских вкладов. Украинские войска начали формирующие операции в преддверии ожидаемого контрнаступления против российских войск, сообщили телекомпании CNN двое высокопоставленных западных военных. Формирование включает нанесение ударов по таким целям, как склады оружия, командные центры, бронетанковые и артиллерийские системы, и направлено на подготовку поля боя для наступления. Это стандартная тактика, применяемая перед крупными комбинированными операциями. We'll be right back.